знаешь, я хотел дополнить, зачем копить в деньгах? Надо копить в товаре. Блендер погружной от компании Novis. Вы просили, мы вернули. Посмотрите, сколько вы получаете предметов. Вот это все вы получаете по цене. Премьеры 1190 рублей. Вот я просто не верю своим глазам. Он такой большой, в плане того, что в нем столько насадок, столько емкостей. Даже сразу вот так вот и не разберешься. Не разберешь. Вот смотрите, 1190 рублей. Это не просто какой-то блендер обычный, а это погружной блендер 5 в 1. Совершенно верно. Давайте будем смотреть, давайте будем знакомиться, будем учиться. Ну и, конечно, заказывать. Вы знаете, прелесть вообще наборов в чем? Во-первых, это помощник на кухне. Так. А во-вторых, он выполняет еще 5 функций в 1. Я еще пока точно не знаю, какие, но Олег нам все расскажет. Оль, подожди, мне к тебе вопрос. Ты хорошая профессиональная хозяйка, мама 2 детей. Рассказывай, пожалуйста, котлеты часто приходится делать? Ну, конечно, котлетки у нас любят. Рассказывай, как ты это делаешь, собираешь? 3 мужчины, 2 сына, муж, и все, конечно, любят мясо. Ну, муж тоже ребенок, правильно. Чтобы приготовить котлетки, естественно, все надо сначала начать с мяса, но потом уже надо перекручивать. Совершенно верно. То есть это не очень удобно. То есть это не очень удобно, потому что надо потом, конечно же, разбирать, правильно? И мыть неудобно. Да и вообще, неудобно. Ты знаешь, это мука морока. Не каждая вообще мясорубка справляется. А это что? Поехали. Я демонстрирую, как, смотри, волнорез, я бы сказал, острый волнорез изрубает фарш мгновенно. Кстати, он еще насыщает кислородом. Посмотрите. А можно я попробую? Ну-ка попробую. Не может угомониться. Я должна все испытывать сама. Да, правильно. А я вот сюда нажимаю? Да, нажимай. Так, смотрите, любую искру. Молодец. Это малые обороты, правильно. Так, которые, а кстати, ниже? Они же самые большие, какие легко. Смотрите, как все полетело, как все у нас перемололось. И вы можете сами точно так же. Причем, Олег, ты представляешь, мы вообще привыкли, что мясо перемалываем мы в мясорубке. Да. А это совершенно другое. Это совершенно более простой способ. Вы посмотрите, как у нас фарш превратился буквально в легкий фарш. Такой, знаешь, воздушный. Совершенно верно. Кстати, Оль, я тебе хотел, знаешь, что сказать, как профессиональный технолог. Помимо того, что когда мы работали на производстве, у нас еще приходилось, когда мы взбивали, прокручивали фарш, потом его еще выбивали руками, чтобы насытить кислородами. Уважаемые телезрители, здесь ничего не надо делать, потому что посмотрите, какой однородный фарш. Приготовить можно любое блюдо, даже детское питание, и все насыщено кислородом. Итак, наш блендер обладает функцией мясорубки, то есть он перемалывает мясо. 1190 рублей. Где вы видели, чтобы так быстро, легко и превратился мясо превратилось в фарш? Фарш. Так, и воздушно. Итак, даже не... Слушай, ну вот я сейчас хотел продемонстрировать, уважаемые телезрители, допустим, приготовим сейчас смузи. Как ты на это смотришь? Во-первых, в комплекте вот прелесть. Этот прекрасный... да, вот этот вот великолепный 1 литр 250 миллилитров входит в комплекте. Вот это прекрасно, да. И, кстати, я хотел еще сказать, ну давайте о ноже поговорим. Вот за счет чего у нас получилось. Кстати, в комплекте входит 2 ножа. Посмотрите, они в разных плоскостях. Вот сейчас я продемонстрирую, как легко я изрублю смузи, приготовлю. Кстати, смузи будет в комплект, конечно, входить такие. Слушай, какая продукты. Прелесть! Смотрите, какой нож, он острый! Да, и он острый из нержавеющей стали. Заточка какая у него. Итак, смотрите, я сейчас вставляю и готовлю. Итак, смотрите, я сейчас выливаю молоко. Так, записывайте, дорогие телезрители, все самые вкусные сейчас... рецепты от Олега Сотникова. Смотрите, я сейчас мороженое. Давай, мороженого мало не бывает. Ты согласна, так, дорогие телезрители? Молоко, мороженое. А теперь смотрите, дальше... что я делаю. Высыпаю мороженые ягоды. Слушай, Олег, надо же было, наверное, разморозить сначала. Нет, не надо. Олечка, я сейчас, смотри, подождите минуточку, я закрываю вот это все дело. И сейчас буду вам демонстрировать, как... А, не видно, понятно. Так, давай покажем все. Вот так вот вставляю. Главное, с чем удобно, что ты просто вставляешь, у тебя здесь фиксирует. То есть ей не надо закручивать. Все, вы опустили и все. Смотрите, одна кнопка, которая измельчает полностью коктейль. Но это еще не все. Подождите минутку. Оля, у тебя здесь рядом лед. Будь любезна, да. О, мы сделаем освежающий. Смотрите, высыпай. Напиток. Смело. Да, все мы высыпаем. Да, все. Слушай, там, ну лед-то твердый. Неужели лед тоже перемолит? Лед легко справится. Конечно, ножи же легко справятся. И перемолят. Ну, смотрите, я сейчас опускаю. И поехали. Вы слышите, как у нас...
нас потрескивают льдиночки, они разбиваются в мелкую крошку, и у нас получится освежающий напиток. Блендер погружной всего 1190 рублей. И он у нас уже смолол мясо в легкий фарш, воздушный, приятный. А теперь у нас превращается еще... Можно я? Можно да, я? Давай. У-ху! Смотрите, как легко, как здорово. А теперь я чуть-чуть посильнее. О, понеслось. Вы знаете, как приятно. Мне кажется, вот даже можно привлечь подростков, своих детей, чтобы конечно. Они тоже участвовали, помогали вам. А на даче у вас же уже созрела ягодка. Можно делать вкусный, освежающий напиток своей собственной ягодой. Смотрите, молоко, мороженое, можно добавить лед и, конечно, ягоды. И получается вкусный напиток. Итак, дорогие друзья, во-первых, посмотрите, какой великолепный коктейль, и как он насытился. Я медленно, я очень медленно буду поднимать. Вы посмотрите, как он буквально посмотрите, воздушный. Посмотрите. И какой же он прилетный. Он а мне можно дает. С ковша? А я попью, я попробую. На кружку похоже. Что-то кружка знакомая. Вы знаете, я хочу сказать... Во-первых, ребята. Ягодка. Во-вторых, чувствуется молочная вот эта основа, мороженое. А как мгновенно мы приготовили. Поразите своих гостей. Они придут к вам в гости, а вы на их глазах сделаете им необычайный, освежающий напиток. Это своими руками сделаем. Тем более, у вас же ягода уже созрела на да. даче. Итак, дорогие друзья, давайте взглянем, пожалуйста. Посмотрите, вы получаете раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь целых предметов. И все из металлической стали. Прекрасная, качественная, хорошая, из нержавеющей стали. Можно готовить и суп-пюре, можно готовить и коктейль, можно и готовить фарш, даже пробивать из четвертых сортов мяса. Вы представляете, фарш можно взбивать разнообразные муссы, можно взбивать тесто, можно делать тесто на оладьи, например. И все, что вам необходимо взбить или измельчить, вы можете сделать в блендере погружном Нови. Цена 1190 рублей.